Окончательно и бесповоротно приветствую вас, друзья! У аппарата Зоди на аппарате Коа and the Five Pirates of Mara, Коа и Пять Пиратов Мары. Помните, мы с вами проходили замечательную игру Summer in Mara? То было расслабляющее исследовательское приключение, а вот новая игра про приключения Коа представляет из себя платформер. Запасайтесь булками, готовьте лимонад, друзья, давайте взглянем на эту игру. Русского языка в игре, к сожалению, нет, игра поддерживает геймпад, и я буду играть именно на геймпаде. Что ж, играем, мы выбираем слот сохранения. Два режима игры, нормальный и расслабляющий. Нормальный для более опытных игроков, расслабляющий с большим количеством чекпоинтов и более простой. Давайте нормальный выбираем. Я готова, говорит нам Коа, плывет на своей лодочке. Телеграмму мы получили. Экстренная ситуация на острове. Немедленно прибудь на остров Пуни. Пираты и воры, нужна твоя помощь. Майо, шаловливая Майо. Привет, Коа. Сюда. Майо, что случилось? Ты в порядке? Да-да, а что ты спрашиваешь? Ну, из-за того письма, в котором ты просила помощи. Ну да. Да все в порядке, не волнуйся. Посмотрим, что у нас тут есть. А что это? Это, дорогущая Коа, шедевр инженерного мастерства. И я сделала это самостоятельно. А вообще-то мы вдвоем это сделали. А ты просто отдавала нам приказы. А ну кто здесь был главным разумом, а? Ну, в общем, кто это все придумывал? Так в чем экстренная ситуация? Да ничего экстренного. Я просто хотела удостовериться, что ты сюда прибудешь. Ты мне соврала? Соврала — это очень некрасивое слово, маленькая Коа. Давай, испытай это. Тебе придется показать все, что у тебя есть, чтобы пройти это испытание. И что именно? Не знаю, но думаю, у тебя это есть. А в любом случае, хватит разговоров. Приготовься. Так, и давай начнем со снов. Используй левый стик, чтобы ходить. И А для прыжка, конечно же. Двойного прыжка у нас нету. Ты ведь не боишься нескольких пушек, правда? Нажми X, чтобы вернуться, когда бежишь. То есть просто, чтобы ускориться вот так вот. Хорошо. А, без проблем. Застряла, я научу тебя особому навыку. Попробуй нажать РТ во время прыжка, теперь ты знаешь специальный кошачий прыжок. Бумс. А если ты подпрыгнешь, нажмешь X прямо перед тем, как приземлиться, ты покатишься. Суть в том, чтобы нажать в правильный момент.
Подпрыгнешь. Ага, понял. Прямо перед тем, как мы коснемся земли, нужно нажимать. Оп. Все, понятненько. А, кстати, камеру мы вращать никак не можем. Камера фиксированная. А мне что, тебя всему нужно учить? Хватай объекты с помощью кнопки Y и бросай их. Это нормально, если ты разобьешь один или два. Так, туда нужно бросить. Что бросить? Тебя можно бросить? Тебя можно бросить. Ну и здесь то же самое, только с кнопкой. Ну, отлично. Кстати говоря, в воде полно крокодилов, они выглядят дружелюбно, но кто знает, я бы посоветовала быть с ними поосторожнее. Что-то за бутылочку-то можно взять? Там нет послания в бутылочке. Ой-ой. Ой, кстати, у нас слева три сердечка было, теперь осталось два, я понял. Наши жизни. Только сейчас обратил внимание, так понятно, никакие бутылочки мы не трогаем. Это ловушка. Да, они только для красоты здесь вот висят везде. Никаких посланий в них мы не найдем. Кстати, еще один совет. Ты знала, что если ты прыгнешь во время вот этого катения, в общем, когда ты катишься, ты сможешь совершить длительный прыжок с напопа. Попробуй их. Ой, напопа здесь будет. Когда ты катишься. Так, ну попробуй, нужно покатиться. Так, лучше это делать где-то, где побезопаснее, а не там, где вода вокруг. Попробуем это как-нибудь, где побезопаснее будет. Ну что, это же было несложно, да? А как у тебя получилось так быстро? Да, легкотня. А я думаю, ты уже приготовилась достаточно. А к чему? Для большого испытания пяти пиратов Мары, конечно же. А ты уже можешь вступить, подписаться. Отправляйся на Куалис и встретимся с тобой на маяке. Обучение мы прошли. Это было... довольно легко, но это же ведь обучение. На то оно и обучение. Так, Валис Келлисом, наверное, правильнее будет. О, Ноха. Эй, дитя, тут катастрофа. Да что случилось-то? А, да эти, кто-то тут, не знаю... Пришли, в общем, все украли, что не было прикручено к земле. В мгновение ока. Столы, стулья, собака, деревья даже украли. А деревья разве не прикручены к земле? А даже туристы исчезли. Сначала этот ужасный шторм, теперь это. У этих пиратов вообще нет никакого уважения. А что случится теперь с Калебом и мной? А бизнесу конец, и это конец нам. Возможно, как раз хороший момент, чтобы направиться на пенсию и взять передышку. Взять передышку сейчас? Когда остров на грани банкротства? И эти дети? Они по-любому замешаны. Это кристально видно. Была бы ты так любезна, ты могла бы помочь Келлису вернуться в нормальный вид. Конечно, можешь рассчитывать на меня. На нас, правильно, на попа? Жизнь не дает этому старому Киду перерыва, да? Нужно поговорить с Майо, чтобы она рассказала, что происходит. Но по-любому она замешана, потому что она вредная.
А, кстати, Келес изменился, уже не так выглядит, как он выглядел. В игре Summer in Mara. С вот этим можно поговорить, но пока что нам это не надо. Мусор. Нам нужно мусор как-то выбросить. Так. А, нет. Давайте в воду выбросим. Все, нету мусора. И мячика нету. Так, а где там была Тамайо? А вон она. Да, справа. А ну расскажи, что происходит. Эй, Ко, что случилось? Что делаешь? А ты здесь, чтобы вступить, да? Что я делаю? Что случилось с островом? А, с островом? Да ничего особенного. А, ты имеешь в виду это? Ну, знаешь, выглядит так, будто пираты, в общем, здесь полутались хорошенько. В общем, обворовали остров. Значит, твое послание было правильным. Почему они это сделали? Ну, само собой, чтобы сделать испытание интереснее. Ну что, ты хочешь вступить? Пока что у меня только есть вот эти двое участников. Когда я предлагала это людям на улице, они в испуге убегали, заслышав только слово «пираты». Кто знает почему? Я могу себе представить. Дело в том, что у меня остался только один билет. Разве ты не сказала, что никто не хотел участвовать? Он для тебя, если хочешь. Если я приму участие в этой гонке, ты вернешь все, что украла? Ага. Только не делай меня частью всего этого. Я просто выполняю свою работу. И мне недостаточно за это платят. Да ты вообще не получаешь оплату. Кто тебя спрашивал, а? Ладно, я готова. Дай мне билет. Ну, конечно. Как только ты заплатишь взнос за регистрацию. Регистрационный взнос. Регистрационный взнос? Ну, конечно. А разве ты не думала, что это будет бесплатно? Учитывая, что ты только что воровала деревню, как раз таки думала. Мир, в котором мы живем, не так работает, маленькая Коа. Но слушай, не волнуйся. А тут много ракушек разбросано по острову. Собирай их и возвращайся. Можешь заплатить мне ими. А ты уверена, я тебе не доверяю? Кошачья лапка. Она обворовала остров, чтобы сделать вот эти свои полигоны испытательные, ну то есть, в общем, для платформинга всякие трюки вот эти вот, ловушки и так далее. И нам еще нужно заплатить ей, чтобы пройти ее испытание. Ну ладно, по крайней мере не деньгами. Так, нам сейчас дают возможность просто исследовать остров. Хорошо. Побегаем, посмотрим. Пособираем. Так, сначала давайте здесь. Посмотрим, потом выше поднимемся. Вот я вижу. Ага, еще там есть ракушка. Так, а может быть сюда можно мусор выбрасывать? О, припрятали тут одну.
Опять из 20? Что это такое? Смотрите. Там кто-то ползает. Ай-яй-яй! Вы это слышали? Ай-яй-яй! 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 Не знаю, почему, но такой смешной звук. Ай-яй-яй! 7 из 20. 8. Вот эти торговки, они вредные, они мне не нравились в оригинальной игре, потому что вредные, использовали нас, обманывали и так далее. Так, наверху там, давайте осмотримся, да, там тоже есть ракушка. А подождите, туда потом вправо пойдем, давайте тогда сначала на этой высоте, на этом, скажем так, уровне осмотримся. О, хрюнделятор спит. Проснись! Еще 5 штук нужно. А ну еще одна здесь слева вот есть, да. А где остальные? А может быть в самый низ спуститься? А, стоп. Ой, смотрите, там еще на крыше. Просто не отовсюду можно заметить, нужно особый ракурс. Вот на крышу нужно сейчас как-то забраться, ну вот сюда вот. Вот-то длинный прыжок. Так, вот сюда, ну-ка. Так. Так, все отлично, на крышу забрались. А еще один остался. Одна ракушка. А вот она. Вот, так здесь и лишнее есть. Там еще одна была. А вот тебе ракушки. А ты уверена, что это все? Пересчитай, если хочешь. Ладно, я тебе верю. А вот твой билет. И вот первая карта. Так, у нас новая карта. Хорошо, что с ней делать? Она будет служить тебе подсказкой по прохождению всех испытаний пиратов. Аккуратно с ней себя веди, у нас больше нет. Ладно. Ну а тут все размыто. А что здесь написано? Без понятия. Что? Ты что, дала мне неправильную карту? Ну, со всем, что произошло на Келисе и так далее. Может быть, карта немного намокла.
Немного, ага. Слушай, в общем, держи себя в руках. В общем, кого ты назвала? Короче, они обзываются. Обзывательство их, не ругательство. Даже переводить не знаю как. В общем, Куа. Я уже провела всю документацию, подтвердила на оплату. Ты готова к началу испытаний. Давай пошевеливайся. В общем, должна знать, что нам за это не платят. Я бы хотела заплатить 3 раза больше. Но для меня это вообще ничто. Ты никогда не заткнешься, да? Не слушай их, маленькая Коа. Ты знаешь, куда идти теперь? На маяк Саиме. Она знает все про навигационные карты и так далее. Уверена, она может понять. Помочь. Но почему ты заставила меня заплатить? Увидимся. Почему подсвечивается мусорник? Нет, в него попасть не получается. А ладно, идем на маяк Саиме. Привет, Саиме. Привет, дитя. Так мило тебя увидеть. И тебе тоже, на попа. Заходите, я приготовила чая. Извини, Саиме, не можем долго оставаться. Нам нужно вернуть Келис. Чего? Да пираты пришли и обворовали остров. Нам придется принять участие в гонке, которую они организовали, если мы хотим вернуть все, что они украли. А, так вот из-за чего все слухи. А из-за чего они вообще такое варварство причинили? Да кто знает. Ох, ты всегда в неприятностях. Так а почему ты здесь тогда? Майя дала мне карту. Она должна показать место, куда мне нужно отправиться, но она вся размыта. А ты не могла бы разобраться? Да, конечно. Ты говоришь с самым лучшим картографом, в общем, в старых морских сил. Давай-ка взглянем, что у нас тут. Да. Дай-ка мне мгновение. Наш домашний остров. Готово. Держи, Куа. Спасибо, Саиме. Кстати говоря, ты видела весь тот туман? Да, я заметила. На что с ним не так? Будь с ним поаккуратнее, Куа. Мара может быть опасной, если с ней обходиться неподобающе. Ну, удостоверься, что ты отправляешься только в те зоны, для которых у тебя есть карта. А что случится, если я отправлюсь куда-то не туда? Это же просто туман. Не спорь. Ты должна слушаться старших время от времени. Ладно, ладно. Но если бы у тебя была полная карта Мары, то все было бы вообще шикарно. Но у тебя есть только этот кусочек. Собери еще и приноси их мне. Суммарно должно быть 8 кусочков. Я помогу тебе собрать их воедино, так что ты сможешь отправляться дальше. Ну, спасибо большое. Ты припарковалась в порту, да? Будь осторожна. Конечно, у нас не будет проблем, пока мы будем плавать на кораблике Яи. Мы вернемся, когда у нас будет следующий кусочек карты. Ну, увидимся позже, дитя. Да, в общем, пускай тебе помогают ветры Мары.
Да благоволять тебя, наверное, правильнее было бы сказать ветры Мары. Или как-то так. Коа. Иди сюда. Что такое? А где Майо? Или вы заменили Майо на свинку? А, привет, Санди. А ты знаешь, что там, откуда я родом, все меня знают за мой стиль и за мой вкус, в общем, в моде? А, нет, этого я не знаю. Да никто, в принципе, не знал, потому что это неправда. Извини, что ты сказала? Я думал, ты играешься шариком из волос. А в общем, Куан, о чем там я? Ах, да, правда в том, что... Никто меня об этом, за это меня не знает. Но они знают за мои способы ведения бизнеса, мои навыки ведения бизнеса, мой друг Бохо, артист. И мы решили вместе открыть магазин, в общем, одежды. Ну, вообще-то это ты решил. Ну, разве это не круто? Да, я за вас рада. И где магазин? Прямо тут? Ну, это, в общем, деревянная, в общем, доска со всякими вещами на ней. А мы только начинаем. Вообще-то, не могла бы ты нам помочь? Ну, конечно. Тогда принести нам всю ткань, которую сможешь найти. В обмен мы дадим тебе некоторые модные советы. Ну, во-первых, задумайся о том, чтобы избавиться от этой ужасной ленточки, которую ты носишь. Мне нравится моя ленточка, спасибо. Как пожелаешь. Скоро у всех уже будут официальные футболки с гонок пяти пиратов. Будут даже модели. А ты периодически заглядывай, чтобы удостовериться, что ты ничего не пропустишь. Так, здесь мы можем шмоточки менять. Монетки какие-то еще нужны, чтобы покупать шмоточки. А за ракушки можно, смотрите. Ну, пускай будет обычное пока что, мы все равно ничего не можем купить. А, спасибо, что заглянула. Понятно, здесь у них магазинчик. Магазин одежды. Ну ладно, нам нужно сейчас, получается, на нашу лодочку и плыть на следующее испытание. Эй, дитя, дитя! А чего? Иди-ка сюда. А что случилось, Ноха? Знаешь, в темные времена всегда нужно искать светлую сторону. Чего? Ты понимаешь, что я имею в виду? Если не можешь победить своего врага, сделай себя его врагом. Погоди-ка, чего? Я решил начать продавать новую линию продуктов. Официальный мерчендайз испытаний пяти пиратов. Эксклюзивная линия рюкзачков, отличная, чтобы таскать с собой. А он говорит, таскать с собой эту вещь. На попа, это не вещь. Как скажешь. И, кстати, мне кажется, кто-то уже продает официальный мерч. Сэнди и Буху открыли магазин футболок. На, сегодня что угодно может называться магазином. Это всего лишь деревянная доска с кучкой всякого мусора. А здесь мы продаем качественные продукты. Понятно, у него рюкзачки можно менять. Но пока что мы все равно ничего себе позволить не можем. У нас нет ни ракушек, ни монеток, ничего нету.
Мы здесь не поддерживаем, не любим шумных людей. Типа выставил нас за дверь, раз мы ничего не покупаем. Ну да ладно. Поплыли. Стой. Аккуратно. Стоп. Хорошо бы вспомнить, как управлять кораблем на воде. Так, ускоряемся с помощью РТ. Тормозим с помощью ЛТ, поворачиваем левым стиком, карту открываем. Готово. В любом случае, слева у нас подсказка. Смотрите, мы плавать можем самостоятельно, как в оригинальной игре. Отлично. Здесь я видел ракушки. У этого забрали бочку. Кит. Один из пяти китов. Это что? Давайте посмотрим. А что так? Что такое? А, думаю, сейчас мы здесь ничего сделать не можем. Ага, понял, сюда нужно будет вернуться как-нибудь потом. А водовороты лучше обплывать по-любому. Привет, Коа. Привет, Напопа. Как вы? Привет, Тайма. Да все отлично. Мы ищем вещи, которые были украдены с деревни. А, понятно. Это была идея мистера Экко. Он говорил что-то про то, чтобы сделать все интереснее. Ну, что-то типа этого. Понятно. Я, если честно, не очень в этом разбираюсь. Иногда для меня сложно сфокусироваться на том, что говорят другие. А я пришла сюда из-за карты, которую дала мне Майя. А, понятно, испытание. Ну давай я покажу тебе, как это работает. Это карта острова. Я знаю, это мой остров. А, так он твой? Я не знала. Здесь есть всякие смешные чайки. Да, правда? Это мои друзья. Очень мило. Так о чем мы там вообще говорили-то? Карта. А, да. Ты можешь выбрать уровень, который тебе нужен. Когда завершишь один, ты разблокируешь следующий. В общем, тебе нужно пройти их всех поочередно. Я буду ждать тебя в конце, я дам тебе мой кусочек карты. Раз, два, три, четыре уровня, да? Ну, давайте посмотрим. Ой, сколько здесь ракушек. Не нужно ли разбить ящик, а? О, нужно. Хорошо, будем иметь в виду. Ящики разбиваем. Здесь еще можно половить рыбу, видимо, будет. Может быть, потом. Так, а нам что в итоге нужно сделать? Просто прийти в определенную точку сейчас? Чтобы уровень был пройден. А, стоп, счетчик времени есть. Так, подождите, я хочу ракушки пособирать. Ну, можно просто пробежать, как бы получить золото. О, я что-то подобрал монетку. Так, справа мы видим, что здесь может быть три таких монетки. Одну мы подобрали. Или не монетка, это, а что это, в общем, медалька какая-то, не знаю. Ну, что-то мы здесь подобрали.
Можно, конечно, вот так вот ускориться, но с первого раза, не зная, где здесь что и куда бежать, а вряд ли у нас прям хорошо получится. Нет, а не разобьется, ну ладно. А ну, в принципе, ничего сложного, просто беги, да монетки собирай. Опа, тут что? Опа. Давай-давай, тихо, аккуратно. А, это тоже монетка, только другая. Бутылка, пакетики, понятно. Ух ты, что я сделал? Ага, вторая платформа, хорошо. А вот это что? А чекпоинт, это у нас так выглядит хорошо, мы будем иметь в виду. А тут не надо ничего сделать. Стоп, подождите, а если сюда? И по времени мы, само собой, получим самое худшее время, потому что пока что еще ничего не знаем, что, где, куда. Ну и плюс, я ж не просто бегу, я собираю вот это вот все, ракушки эти все, все ящики. Ну-ка. Ух ты, отлично, секретка. И мы 3 секретки собрали, да? Отлично. Так, что я пришел отсюда, а если сюда... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, его! Это так можно по инерции прям улететь туда? Ничего себе! А, кстати, нас телепортировали обратно к чекпоинту, но нас жизнь не забрали. Почему? Потому что это не крокодил или как это? Как это работает? Ой, стой, 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 стой. Вот, отлично. Так, ну вроде бы все. Ну, мы прошли на бронзу, потому что все собирали. Конечно, если перепройти это сейчас, то можно вообще ничего не собирая, просто быстренько пробежать буквально за полминутки, я думаю. Но тогда ж мы ничего не соберем. Тут нужно решать, что важнее. Да, в принципе, нормально, продолжаем. Следующий уровень. Уже добавились какие-то препятствия, но подождите, сначала мы ящики разобьем. А почему здесь музыка не играет? А почему здесь нет музыки? Ладно, мы и без музыки справимся. Так, это, наверное, нас сильно толкнет вперед. Ускорит попросту. Да. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А вот почему нет музыки, потому что теперь она началась.
Отлично, мы можем разбивать на бегу ящики. Черт, я пропустил ракушку. Ну да ладно, одна штучка. Ой! Он зато собрал секретку. Одну мы где-то пропустили, кстати говоря, по-моему, в начале. Но здесь все очень быстро. Ух-ух-ух-ух-ух. Вот сюда надо. Стоп, левее, левее, левее. Ладно. А можно налево, можно направо. А как лишь справа секретка. Черт, надо перепройти. Тут нужно знать, куда именно бежать. Налево, направо. Тут с первого раза не получится. Тут же не угадаешь. Куда бежать? Там надо было направо бежать. Нет, 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 я хочу взять секреточки те. Еще раз рестарт. Давай рестарт. По крайней мере, одну секретку точно я знаю, где взять. Так, надо ли мне эти ящики? Кстати, секретка собранная у нас сохранилась уже. То есть мы таким образом, я не заметил по поводу ракушек, можем ли мы таким образом один и тот же уровень перепроходить много раз по кругу, просто чтобы... Вот, смотрите, где секретка была. Отлично. А просто чтобы как можно больше ракушек набить. Так, скоро нужно будет направо, где бы нам предоставят выбор. Так, вот здесь давайте не будем прыгать вот на эту, побежим. Да твою ж дивизию. Вот сюда нам надо. Вот. Вот теперь все отлично. Вот теперь просто бежим к финишу и все. Вот теперь хорошо, теперь три секретки мы собрали и даже на серебро прошли, отлично. Если еще раз перепройти, можно уже пройти на золото, потому что вообще ничего собирать не нужно, просто пробежать. Но это если хочется именно добиться золота и так далее. Но нам сейчас интереснее просто посмотреть. А, здесь уже вертикальный более уровень будет, да, или нет? И такой, и такой. Ладно, хорошо. Так, хочу же не пропустить секретку нигде. Вот это вот зачем? Куда-то это надо бросить, а куда? Сюда можно пройти. А вон и секретка. Вот, хорошо. Yep.
А вот здесь нужно уже поаккуратнее. А зачем вот эти штуковины? Куда их бросать-то? Кнопки никакой нигде не вижу. Стоп-стоп-стоп, главное в воду не упасть. А может быть здесь где-то кнопка? А нет. А, вон кнопка, стоп. Значит, надо взять все-таки эту штуковину с собой. Отлично. Наверх мы заберемся. Но вначале, что у нас тут? Вижу секретку. И еще осталась одна. Здесь нет, нет, здесь мы не запрыгнем никуда. Вот сюда надо. Ой! Тут еще нужно как-то аккуратно это сделать. Как это? Ай! А, вот я понял, вот так. Так. А теперь куда? Налево, направо? Ай! Ой! А это что за кнопка? Ага, понял. Хорошо, а здесь нет секретки? Куда это мы упали? А, вот, так я отлично упал. Это хорошо, что я упал. Слушайте, я сюда специально никак не догадался бы спрыгнуть. Это мне прям повезло, можно считать. Ай, ай, плохо мы в самом низу. Ну, в принципе, время здесь как бы не обязательный фактор. Здесь не имеет значения, пройдем мы на золото, на серебро или на бронзу. Поэтому прям так сильно переживать сейчас из-за этого не стоит. А теперь пойдем, получается, вправо. То есть наша задача, в принципе, просто пройти до конца это испытание. Но я любопытный, вот я хочу посмотреть, что здесь. Так, подождите, а здесь я не могу туда пройти. А, ну вот и все, да, времени мы потратили само собой целую кучу, в особенности из-за того, что упали еще вниз. Так, появились обновления в магазине одежды, можно посмотреть. И у Ноха появились обновления, рюкзачки новые, видимо, прибыли. Так, а что это? Гонка? Давайте. Гонка к морю. Что за гонка к морю? А последний уровень? На нашем домашнем острове? Поздравляю, Коа! Как и обещала, я дам тебе мой фрагмент карты. Есть только одна маленькая проблема. А что не так? Я его уронила в реку. Как печально. Да, я знаю. Но всегда смотри на светлую сторону. У меня появилась замечательная идея. Какая? А давай устроим гонку по реке. Если ты меня победишь, ты получишь этот фрагмент карты. В этот раз по-настоящему. Ну, звучит хорошо. Ну что ж, на старт, внимание, марш! Так, понятно, а здесь уже... Вот здесь уже нам нужно на время, да?
Но здесь еще одна секретка, я смотрю, есть где-то, да? Или эта секретка есть как раз-таки фрагмент карты? А, мы ей преграду сделали, отлично. Так тебе. Так толку на 2 секунды, толку от преграды. Ой, здесь внутри не может быть? Нет. Ой! Так, слушайте, у нас, по-моему, проблема. Так, ну нам вообще туда, но я хочу посмотреть, где. Вот, 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 вот. Что я хотел? А мы, наверное, сейчас проиграем, но придется переигрывать. Но зато нам уже не нужно будет подбирать секретку, потому что мы уже подобрали. Вот тогда можно будет просто поспешить. А как нам туда попасть? Ай-яй-яй. Так нам куда, влево или куда? Или... Нет, ладно, сюда давайте. Ой, 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 ай, 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 ай. Нас отбросило назад. Ладно, зато у нас уже собрана секретка. Нам не нужно заново ее собирать, хорошо? Теперь мы просто бежим тогда. Что это за шум был? А, это она разбила как раз-таки преграду, которую мы для нее создали. Вот когда на время, это уже сложно, потому что некогда осмотреться, некогда решить, куда же побежать. Хочется и туда, и туда, и туда, чтобы все собрать. А нужно спешить. Есть сверху кнопка какая-то, но у меня не получается туда допрыгнуть. Так что не будем рисковать, тратить время на попытки туда допрыгнуть. Просто бежим. Стой, стой. Да чтоб ты был здоров. Здесь нужно с ускорением. Давай, давай, давай. Есть. Повезло, повезло. Там можно было подобрать то, что можно бросить, но некогда. В принципе, вот. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А толку уже от этого бросания уже. Ничего это нам не даст. Нет, нам не туда, нам нужно наоборот. Стоп. Нет. Ненавижу, когда спешу. Когда спешу, я проигрываю. Просто потому, что не могу я сосредоточиться, когда я спешу. У меня паника. Мне спешить нельзя. Ну, ты что застряла, Коа? Да чтоб ты был здоров! Не хотел бег прерывать. Вот это сложный уровень. Вот реально, вот сейчас очень сложно. Потому что слишком нужно быть быстрым. Нужно делать то, что я не люблю, спешить. А, черт, нужно затормозить. Ай, стой, 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 нет, да вы уж дивизию. А? У меня паника. Yeah.
Стой, 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 просто стой, просто стой. А теперь прыгай. Стой, 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 фух, так, стой, 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 просто стой. Ой, тихо, ты чего? Аккуратно надо. В воду сейчас, смотри, не упади, а то вообще. Как же там допрыгнуть-то до той кнопки, не представляю даже. Ой, нет, ну твою ж дивизию, да как здесь перепрыгнуть, твою ж дивизию? Включите расслабленный режим, да. Чтобы было больше чекпоинтов, я ненавижу начинать заново, вот это то, что я люблю, ненавижу спешить. Я не знаю, как там перепрыгнуть. Просто если без разбега, то мы не будем успевать. Мы там полчаса будем скакать. А если с разбегом, мы вообще перелетаем. Вот еще чекпоинт. Вот это вот хорошо. Так-то лучше. А можно мне режим, при котором противник вообще не будет двигаться, будет стоять на месте? Чтобы я просто спокойненько прошел. Без спешки. Нет, не знаю, как туда запрыгнуть. Там слишком высоко. Ой. Ну вот и как туда перепрыгнуть? Давай, где следующее? Ну, наконец-то. Возьми на всякий случай, вдруг получится все-таки бросить. Отлично, бросок просто, просто шикарный. Осталось просто добежать, просто добежать. Просто добеги, живой Коя, не споткнись, пожалуйста, сейчас о камешек. Получилось, но это было непросто. А не просто было потому, что буквально парочка всего лишь сложных моментов здесь есть для платформинга, из-за которых вот я и проигрывал. Но они там непростые, там можно реально затупить. Поздравляю, Коа, сынова, ты меня побила. А вот фрагмент карты. Он весь мокрый и размытый. Но так даже красивее. А, правда, я уверена, что сейчас он бесполезен в таком состоянии. Да не волнуйся, я знаю лучшего картографа морских сил. Она его восстановит. Она наш старый друг. Ну, тебе повезло. Итак, ребята, получается, да, мы получили новый фрагмент карты. Нам нужно теперь отправляться к Саиме, которая его нам расшифрует, нарисует нам на нашей карте новую зону. Мы плывем туда, там тоже выполняем испытания, получаем новый фрагмент карты и так дальше. То есть, таким образом, игра делится, собственно, на уровни. Но здесь мы с вами уже прервемся и давайте подведем итоги по поводу этой игры. Игра на самом деле классная, мне понравилась. И мне прям очень приятно вернуться опять-таки в Мару, потому что оригинальная игра мне тоже очень понравилась. Вот здесь в последнем уровне была, конечно, сложность, потому что 3D-платформинг с этими ракурсами все-таки не очень штука простая, по крайней мере для меня. И в некоторые моменты там было сложно все-таки как-то не затупить, и у меня начинается паника, когда я сильно спешу.
и не могу сосредоточиться, постоять и продумать, как мне перепрыгнуть через какое-то место. Нужно спешить и прыгнуть хоть как-нибудь. Из-за этого я проигрываю. Да, вот так вот у меня все устроено, но ничего не поделать, игра все равно классная. Спасибо вам большое за просмотр, не забывайте подписываться на канал и ставить пальцы вверх. А как обычно, с вами был Зоди, удачи, друзья, встретимся в новых замечательных прохождениях. Пока-пока!